140 единиц техники будут работать на улицах Мурманска в зимний период. Дорожники продолжают готовиться к снежному сезону и активно следят за чистотой улиц и качеством трасс. Наблюдала за проводимыми работами наша съемочная группа. Снег в Мурманске может выпасть в любую минуту, и управление дорожного хозяйства готово к любым капризам погоды. Но пока этого не произошло, рабочие активно продолжают решать задачи по благоустройству. Так, специалисты приступили к ремонту дорожного полотна на улице Капитана Егорова. Проблемные участки уложили специальными асфальтными пластинами. Такая технология соответствует нормам и служит гораздо дольше. Мы не делаем двойную работу. Соответственно, если укладываем кирпичи, потом демонтируем и приходим туда, опять же, укладываем горячий асфальт, здесь мы сразу укладываем кирпичики из асфальта, проливаем битумом, и после этого он стоит очень долго и хорошо. Если образовался где-то провал, мы выходим туда и ремонтируем. Соответственно, планов не делаем, все делается в режиме онлайн. Станислав Ланин также добавил, что вся техника управления дорожного хозяйства полностью универсальна, а специалисты способны в считанные дни адаптировать машины для зимних работ. На специальные автомобили устанавливают щетки и закрепляют отвалы. Всего же в зимний период на улицах Мурманска будет работать 140 единиц техники. Грейдеры, погрузчики, гидромолот и другие спецсредства, предназначенные для уборки снега и посыпки песком дорожного полотна.